Итак, сейчас мы попробуем. Ну, допустим, откроем какую-то группу, где есть и темное, и светлое. Сейчас я посмотрю. Так, ну, красный слишком. Давайте с фиолетовой, наверное, там есть. Итак, важный момент. Значит, вот у нас есть два цвета, да? Допустим, это один из более глубоких оттенков и один из более светлых оттенков. Ну, к примеру, ну, возьмем даже вот этот оттенок, он мягкий одновременно. Итак. Здесь, в принципе, нам даже не обязательно оставлять. Вот скажите мне, пожалуйста, если мы с позиции колорита подготовили несколько оттенков, которые хотим выразить в образе, но у нас две героини, да? Вот как тот пример, который я сегодня разбирала, допустим, к одному колориту, да, одна девушка, наша клиентка, натурал-романтик, прям будем утрировать, да? С другой стороны, гамин-драматик. В чем мы заложим эту разницу? Так, вспомнил, у вас на мастер-классе по гамин-драматику Сара Джессика Паркер, и там говорили, что там нужен контраст в цветах колорита. Так. Молодцы. Смотрите, как мы соединим. Вот. Ну, вот, собственно, молодцы. Смотрите, мы можем соединить два этих цвета через разделение, то есть они будут отделены друг от друга. Ну, как сказать, резким, какой-то, так сказать, линией, четкой линией, да? То есть вот это кусок темного, вот это кусок светлого. Ну, какой-то мне попался светлый, можно любой другой взять, не обязательно прям именно такой. Если речь будет идти о типаже с мягкой линией, то нам лучше цвета не разделять, соединять не через разделение, а соединять через градацию, то есть через плавное перетекание. При этом речь не идет об изменении оттенков, а речь идет о том, как выглядят границы между цветами. Есть ли они, и если они в них особенно заложены линии дополнительные, да, то естественно, это будет усиливать и работать на угольную линию, потому что это будет дополнительная линия соединения цвета, да, такая разделяющая линия. Если речь идет о, так сказать, мягком типаже, да, тем, чем лучше этот градиент выражен, да, мы, допустим, взяли и сделали плавное перетекание. Оно может быть внутри одежды, оно может появиться через что-то промежуточное, что мы сюда еще поставим, да, то есть друг за другом идет плавный градиент.